А доброго дня всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. У нас четвертая, последняя часть большого и чрезвычайно печального разговора о трагических событиях, о злодеяниях, о массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории Советского Союза в годы Второй мировой войны. Напомню, что в первых двух сериях мы определили основные количественные параметры этой трагедии. Порядка 4, может быть, несколько меньше, 4 миллионов человек мирного гражданского населения было преднамеренно убито на этой территории. Из них примерно 70%, то есть 2,8 миллиона убитых евреев в рамках геноцида, который проводился на основании решения высшего руководства гитлеровской Германии, гитлеровского руководства, персонально Гитлера. Ну и, соответственно, 1/4, 1,2, примерно, разумеется, все это оценочные величины, примерно 1,2 миллиона человек мирного населения, погибшего в пламени того, что называется партизанская война. По сути дела, вторая или третья, если считать коллективизацию, гражданская война на территории бывшего Советского Союза, каковую гражданскую войну, каковой пламень с двух сторон разжигали, подливали бензин и керосин, иногда в прямом смысле подливали бензина, как гитлеровцы, так и сталинцы. Строго говоря, все главное, что надо знать об этом, я вам уже рассказал. Но, разумеется, нас зрителей много, зрители требуют, зрители возмущаются. Вот один из них, видите, вот пишет. Вот немецкие фашисты поставили цель уничтожить всех русских, творили немыслимое злобство, зверство. А вот, значит, об этом мы говорим, о этом зверском желании убить всех русских. Ну что ж, если публика требует, то мы ей все об этом сегодня и расскажем. Разумеется, каждый советский человек, и, как я могу уже понять, и значительная часть постсоветских российских людей твердо знает про людоедский план ОСТ, план чудовищного геноцида русского, украинского и белорусского и других народов. Каждый, ну, у меня это было в школьном учебнике. Это было в моем школьном учебнике, я прекрасно ее помню, кого ее памятка. Памятка немецкого солдата, каждому немецкому солдату, ну, накануне вторжения в СССР, началом операции «Барбаросса», была вручена вот эта ужасающая памятка с требованием «убивай всякого русского, женщину, ребенка, убивай, 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 этим ты прославишь себя». Я уже давно не учусь в школе, внучка моя уже в школе учится, слава богу, не в России. Вот, а эта памятка продолжает гулять. А перед нами вот свеженькая обложка Минска, 2022 год, так называемая Генеральная прокуратура, ибо какие могут быть в диктатуре прокуратуры под властью белорусского фюрера, вот такую вот выпускает книжку «Геноцид белорусского народа». И там, в частности, рассказывают. И вот она, опять же, эта памятка. «Убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик, женщина, девочка, мальчик, убивай». Причем для большей убедительности вот эта выписка из памятки, видите, так вот, напечатана на таком вот пожелтевшем листочке бумаги, немножко помятом, ну, чтобы все поняли, что это просто настоящий архивный документ, вот именно в таком виде, на русском языке, с тройточием, ее выдавали каждому немецкому солдату. Ну, и, конечно, Великой России никто не отстает от Белой России. Пожалуйста, 1 декабря прошлого, 23 года, была проведена всероссийская акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Что-то там 250 тысяч человек приняло участие, но главным образом старшеклассников, можете не сомневаться, научную часть взял на себя наши друзья, наши постоянные, можно сказать, гости нашего канала «Российское военно-историческое общество» со своим научным директором, профессором Михаилом Мерковым. Можете посмотреть, как он тут наговорил себе на будущий трибунал. Да, товарищ профессор. Оправдание агрессивной войны – это уголовное преступление по ныне действующим российским законам. Отболтаться не удастся. Ну и, разумеется, и в этом тесте, в перечне 30 вопросов, то есть то, что должен знать каждый старшеклассник, входящий в жизнь, ну и вообще всякий российский гражданин, должен знать и про памятку, и про зловещий людоедский план ОСТ. Видите, здесь даже объединили. А на основании какого гитлеровского плана была составлена эта памятка «убивай, убивай, убивай»?
Правильный ответ, естественно, план ОСТ. Ну что ж, объясняю. Объясняю всем участникам этого теста, диктанта, профессору Меркову и всему его военно-историческому обществу. Памятки, конечно, никогда не было, это понятно. Так называемая памятка, так называемая выдержка из этой памятки появилась 29 октября 1941 года на страницах газеты «Красная звезда». Сразу же. У меня нет ни малейшей претензии ни к газете, ни к журналисту. Октябрь 1941 года, идет война. Страна на пороге гибели. Всех, кто может воевать, воюют. Танкисты давят врага гусеницами, артиллеристы сметают его огнем. Журналисты тоже жгут словом. И, соответственно, публикуют вот этот фейк. Памятка германского солдата, найденная у убитого лейтенанта Густава Щигеля. Где, кроме всего прочего, была еще такая замечательная фраза: «Для твоей личной славы ты должен убить ровно 100 русских». Вот ровно 100 русских. Убиваю. И дальше еще была замечательная фраза. Она важна для того, что мы будем говорить дальше. «Мы поставим на колени весь мир. Германия – абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать судьбы Англии, России, Америки». Обращаю внимание, на календаре 29 октября 1941 года Америка еще не вступила в войну в Германию, а, соответственно, Германия еще не объявила войну Америке, Соединенным Штатам Америки. Вот, эта штуковина, этот фейк, был процитирован товарищем Сталиным. И вот с этого момента все стало веселее. Знаменитое-признаменитое торжественное заседание 6 ноября 1941 года в осажденной Москве на станции метро Маяковского под землей выступал с отчетным докладом товарищ Сталин. Ну, редакторы немножко подработали, а вот это «убей ровно 100 русских», ну, что уже просто имело вид какого-то черного анекдота, убрали, а Щигеля заменили на Цигеля. Ну, Цигель, ой-лю-лю, это как-то гораздо более немецкая звучащая фамилия. Но, однако, все главное, убиваю, девочку, женщину, ребенка убивай, этим ты прославишь себя. Это все дело осталось. А так как? Так как? Планы товарища Сталина были нарушены. И 22 июня 1941 года товарища Сталина появился новый противник и новые союзники. И англо-американские империалисты, поджигатели этой новой империалистической войны, стали союзниками, то приходилось терпеть присутствие, в том числе и в Москве, осажденной, журналистов британских и американских. Но услышав такую замечательную памятку, да еще с наездами на Америку и Англию, они вежливо обратились с просьбой: а покажите вот памятку нам, пожалуйста. Вы же ее нашли? Вот нашли же Цигеля. А покажите нам ее, мы ее обязательно переведем на английский язык, ну и наших читателей всех оповестим о том, что тут такие ужасы творятся. Вот. Тяжелая была ситуация у товарища Ротенберга, главного редактора «Красной звезды». Но очень объяснили этим залетным журналистам, что идет война, вот. Найдем. Не сейчас. Ну, а американцы все поняли и тихо отошли. И нигде в мире этой памятки больше уже нет, больше последние 80 лет. Кроме как на территории бывшего СССР она все полыхает и булькает. Ее не было никогда. Никогда. Ни в русском, ни в немецком, ни в каком варианте. Она просто не существует. Не существует даже выдуманного полного текста. А вот перед вами настоящая. Да, вот перед вами, смотрите, настоящая памятка. Да, действительно, напечатанная на обороте, ну, солдатская книжка, там, военное удостоверение, военный билет, как должно называться. А, заметьте, не на отдельной листовке, но листовку солдаты на самокрутку изведут или на какие иные цели. А именно вот здесь, на обороте солдатской книжки. Это уж, простите меня, никто выкидывать не будет. 10 пунктов, 10 заповедей, да, действительно. Вот ее текст, набранный готическим шрифтом, какой был в гитлеровской Германии. Вот этот же текст нормальным современным шрифтом. Умеющие читать и знающие хорошо немецкий могут сейчас нажать паузу. Прочитайте сами. Ну, а я уж так по-простонародному прочитаю вам Google-перевод. Кавычки открываются. 10 заповедей ведения войны немецким солдатам. Первое. Немецкий солдат доблестно, ну, в оригинале «Риттерлих», по-рицарски, сражается за победу своего народа.
жестокость и бесполезные разрушения недостойны его. Второе. Боец должен быть в форме или иметь специально установленный опознавательный знак, заметный издалека. Боевые действия в штатском без такого знака запрещены. Это настолько важно, ибо боюсь, что все советские люди твердо убеждены, что бандиты от партизан отличаются тем, что наши – это партизаны, а бандиты – это не наши. Нет, уважаемые, отличаются они именно вот этим. Читаю еще раз. Боец должен быть в форме, иметь специально установленный опознавательный знак, заметный издалека. Боевые действия в штатском без такого знака запрещены. Поэтому все, кто без этого всего, те бандиты. Пункт третий. Ни один сдавшийся враг не может быть убит, даже боец нерегулярного отряда или партизан. Фройшарлер. Ну, свободный, так сказать. Сам собой руководящий человек. Или шпион. Преступники получают справедливое наказание через суд. Четвертое. С военнопленными нельзя обращаться плохо или оскорблять их. Оружие, карты и записи должны быть отобраны. Больше ничего из их имущества брать нельзя. Шестое. Красный крест неприкосновенен. С ранеными врагами следует обращаться гуманно. Медицинскому персоналу и военным капелланам нельзя препятствовать в их медицинской и пастырской деятельности. Седьмое. Гражданское население неприкосновенно. Солдату не разрешается грабить или совершать акты вандализма. Историческим памятникам и зданиям, служащим культу, искусству, науке или благотворительности, следует уделить особое внимание. Природные ресурсы и услуги населения могут быть востребованы за вознаграждение и только по приказу командования. Восьмое. Нас и девятый интересует меньше. Нейтральная территория. Что должен и не должен делать немецкий солдат в плену? Десятое. Нарушение вышеуказанных распоряжений в служебных вопросах наказуемо. О нарушениях противнику принципов, перечисленных в пунктах 1.8, необходимо сообщать. Ответные меры допустимы только по приказу высшего командования войск. Не на уровне солдата можно решать вопрос о том, можно ли расстрелять бандита, который воюет без формы обосновательных знаков или нет. Это должно командование решать. Вот такая памятка. Ну, согласитесь. Она как-то совсем не похожа на памятку Цигеля. Самые же внимательные из вас, конечно, услышали, что Солонин пропустил пункт 5. Да, пропустил, но сейчас я вам его прочитаю. Пункт 5. Пули дум-дум запрещены. Обычные пули нельзя переделывать в таковые. Что это такое? Что за пули такие дум-дум? Это, конечно, еще в конце 19 века была придумана такая вещь. Разрывная, а по-научному экспансивная. Экспансивная, то есть расширяющаяся пуля. Вот оно перед вами. Представьте себе пуля, винтовочная пуля. Это сложное изделие. Оно в основном, масса основная – это свинец, свинцовый сердечник. Но он еще покрыт оболочкой из другого металла. Ну, например, там сталь, покрытая чем-то. Так вот, если эту оболочку надрезать, а в свинцовом сердечнике сделать, наоборот, ямочку, то при попадании в препятствие, а свинцовый центр, он тяжелый, движется вперед, раскрывает оболочку, разрывает ее по прорезям, оболочка разворачивается наружу таким цветочком. Но все, что я говорю, происходит за миллисекунды. А в результате уже в тело животного, если это охотничья пуля или человека, попадает вот такой цветок. И, соответственно, он гораздо большего диаметра, большее поражение наносит, большая часть энергии пули передается в объект, ну и, соответственно, более тяжелое поражение. Это дело было запрещено в 1899 году некой Гаагской конвенцией, и, соответственно, немецкое командование предупреждает своих солдат, чтобы они даже на досуге, понимаете, назовет человек там напильник, ну, есть там минутка свободная в окопе, и вот напильничком, значит, напилит эти надрезики, сделает и превратит обычную пулю вот в такую вот экспансивную. Нет, предупреждает, вот так себя вести нельзя, это запрещено. Вот такая вот она интересная была армия, этот вермахт. В Советском Союзе серийное производство экспансивных пуль, вот они, видите, перед вами, советская пуля, вот там разрезики, отчетливо видны надрезы,
яму эллипсом обвел и пластмассовый наконечник вставлялся там, в ямочку эту свинцовую. С 1939 года мучились на три завода. Три завода выпускали советскую пулю «Дум-Дум», что-то она не шла, пластмасска эта крошилась, без пластмасски свинцовый наконечник забивал нарезы в стволе, соответственно, стрелять становилось невозможно. До 1944 года мучились, как бы наладить серийное производство того, что немецким солдатам было запрещено делать даже в индивидуальном порядке в штучных единицах. А вот так вот, вот так. Я понимаю вас, понимаю, что так быть не может. Мы же все знаем, мы же все слышали, все же не так. Ничего поделать не могу. Памятка была такая, но это памятка, доведенная до каждого солдата. Солдата. Ну, и солдата, и офицера, но до каждого. Ну, кроме солдат, есть еще, понимаете ли, командование. Есть командование. Для командования были свои указания. Сейчас я вам их прочитаю. Утверждена 19 мая 1941 года. Она и называется «Директивы по поведению войск в России». Поэтому 19 мая, то есть накануне вторжение, накануне Барбаросса. Есть этот документ, хранится в Германии, Бундесархив, БАМА, РВ-4В-524. Читаю документ от первой до последней буквы. Кавычки открываются. Главное командование вермахта. Директивы по поведению войск в России. Сколько тут будет у нас? 10. Да, тоже будет 10 пунктов. Большой документ. Готовьтесь. Первое. Большевизм – смертельный враг национал-социалистического немецкого народа. Германия ведет борьбу против его вредного мировоззрения и его носителей. 2. Эта борьба требует бесцеремонного и энергичного противодействия большевистским подстрекателям, партизанам, саботажникам, евреям и полного устранения любого активного и пассивного сопротивления. 3. По отношению ко всем служащим Красной Армии, также и к военнопленным, необходимо проявлять особую осторожность и острейшую бдительность, так как необходимо считаться с коварными методами ведения борьбы, особенно непроницаемыми, непредсказуемыми, коварными и бесчувственными являются азиатские солдаты Красной Армии. 4. При взятии в плен воинских подразделений их руководство должно быть сразу отделено от подчиненных. 5. Немецкий солдат окажется в Советском Союзе перед лицом не единообразного населения. СССР является государственным образованием, которое объединяет в себе множество славянских, кавказских и азиатских народов, держащиеся вместе на насилии большевистских властителей. Еврейство широко представлено в СССР. 6. Значительная часть русского населения, особенно обедневшая из-за влияния большевистской системы сельское население, оказывает внутреннее неприятие большевизму. В небольшевистских русских людях национальное самосознание, связанное с глубоким религиозным чувством, будет чаще всего находить выражение радости и благодарности за освобождение от большевизма в религиозных формах. Благодарственные молебны или процессии ни в коем случае не прекращать и им не мешать. 7. В разговоре с населением и в поведении с женщинами следует проявлять величайшую осторожность. Многие русские понимают немецкий язык, но не говорят на нем. Вражеская разведка будет особенно активна на занятой вермахтом территории, дабы получать данные важные в военном смысле оборудования и мероприятиях. Любая необдуманность, недооценка противника и доверчивость могут иметь тяжелейшие последствия. 8. Материальные ценности всех видов и военные трофеи, особенно продукты питания и фуража, горючее и предметы одежды необходимо беречь и охранять. Любая растрата или пропажа вредит войскам. Грабежи наказываются по военным законам тяжелейшими приговорами. 9. Осторожно в употреблении захваченных продуктов питания. Восклицательный знак. Воду можно употреблять только в кипяченом виде. Опасность тифа, холеры. Каждое прикосновение к жителям таит в себе медицинские опасности. Защита собственного здоровья обязана солдатам. 10. Для рейхсбанкнот. Банкнот, монет. Какими монетами можно платить, какими не можно платить. Конец цитаты. Где тут не то, что призывы к убийству мирного населения. Где тут хотя бы разрешение? Где тут какие-то намеки на то, что мы вам простим грабежи, что мы вам простим насилие по отношению к женщинам? По поводу женщин вообще сказано, не трогайте их пальцем. Пальцы не трогайте, лучше с ними ни о чем не разговаривайте. А за грабежи накажем жесточайшими приговорами.
Вот такие вот документы были на самом деле. Такие вот были у нас памятки. Ну и, куда же деваться? Обязательно должны мы вспомнить и людоедский план Ост. План чудовищного геноцида русского славянского населения. Я должен сказать, что почтеннейшая публика немножко удивила меня. Я думал, что план Ост появится в комментах к первой серии, в первые минуты. Однако он появился только в конце третьего часа после выхода первой серии. И что в высшей степени забавно, что план Ост, ну, с возмущением, что Солонин не упомянул, забыл уже, подлец, про план Ост сказать, человек, который себя представил как выпускник исторического факультета ННГУ, ну, какая-то, наверное, российская контора, называющая себя университетом. Ну, план Ост, это чудовищно, все знают, вот видите, вот Гитлер вот в центре, ну, вы его узнаете, конечно, справа это Гиммлер, вот они склонились над документом, изучают план Ост, как рассказывает очередной российский военный историк. Что же это такое? Если очень коротко, план Ост – это план сельскохозяйственной колонизации, создания сельскохозяйственных поселений из немцев, переселенцев, немцев на территории, причем, заметьте, вот она территория перед вами. Вот эта территория перед вами. То есть это самый юг Украины и Крым, и наоборот, с другой стороны, прибалтийские республики, ныне прибалтийские государства, и так называемая Ингерманландия. К северу от Ленинграда, не знаю, что там хорошего нашли они в этих местах, довольно суровых и болотистых. Но туда они решили отправить немецких переселенцев, сельскохозяйственных колонистов. Большая часть Белоруссии и Украины не охвачена. Этим планом про Россию речь не идет. И это все, что вы видите перед собой за 27 лет. За 27 лет. Это если коротко. Теперь несколько более подробно. Что за план, кому он был адресован, был ли он для кого-то обязательным к исполнению? Для наведения порядка в немецком, гитлеровском, нацистском смысле порядка на оккупированной территории было создано имперское министерство оккупированных восточных территорий. Возглавил его вот этот вот нацистский преступник, повешенный по приговору Нюрнбергского трибунала, Альфред Розенберг. Родился в Таллине в семье, ну, как остзейских немцев, как их называли, ну, то есть тех немцев, которые жили там на берегах Балтики. Давным-давно папа его был из Риги даже. Вот, закончил МВТУ в Москве. Оно тогда еще не называлось МВТУ имени Баумана, но оно уже было МВТУ. Свободно, разумеется, владел русским языком. Стал одним из главных идеологов нацистской национал-социалистической рабочей партии. Считается, что именно он был главным генератором идей про расовый все этот бред, высшие расы, низшие расы и так далее. И, значит, еще раз повторяю, повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. Именно ему доверено было, Гитлер ему поручил возглавить министерство, еще раз повторяю, имперское министерство восточных оккупированных территорий, которое должно решать, что там делать. Это министерство никаких планов ОСТ, и даже записок, и даже проектов, и даже чего-либо не занималось, оно к нему не имеет никакого отношения. Я считаю, это важно подчеркнуть, потому что многие ошибаются. А вообще, что же тогда было-то? А что-нибудь было? В гитлерской Германии, как знает каждый, кто видел кино «17 мгновений весны», и тем более тот, кто читал какую-то книжку, с первого до последнего дня этой диктатуры они так и не выстроили вертикаль власти. Вот у российского фюрера там вертикаль. А у Гитлера не было вертикали. Там было несколько вертикалек. Эти вертикальки, как-то нарушая правила геометрии, еще и пересекались. Они постоянно друг с другом собачились и дрались. Они все время пытались перетянуть каждый из лидеров одеяло на себя. А Гиммлер, которому был поручен охранять внутренний порядок, немецкое НКВД, решил, что ему надо создать собственную армию. Появились Waffen-SS, боевые части СС, то есть просто армия, которая дивизии Waffen-SS были включены в состав обычных армейских корпусов. Армии воевали под общим руководством Вермахта, почему-то назывались эсэсовцами, имели все эти дикие названия Обер-штурм, Банфюрер и так далее, офицерские.
С одной стороны, Геринг на это посмотрел, что, а что это, почему это у Гиммлера есть своя армия, у меня нет. В результате в составе Люфтваффе были созданы авиаполевые дивизии, чего они только не придумывали. Потом Гиммлер посмотрел на Геринга и сказал, почему это все зенитчики подчиняются Герингу. В результате в составе СС появились плавучие зенитные батареи. Ну, тот, кто на нашем канале с самого начала помнит, там в ленинградской серии, блокаде Ленинграда, там появлялись и в нашем рассказе, и на Ладожском озере реально появлялись плавучие зенитные батареи, почему-то подчиненные СС и так далее. В результате Гиммлеру стало обидно, и было создано рейхскомиссариат, не министерство, а комиссариат консолидации германской нации. Что это значит? Ну, когда появляется бюрократическая структура, надо придумать себе занятия. Сначала они занимались прямо противоположным. Не оттуда сюда, а оттуда сюда. То есть, возвращением немцев, которые проживали, Прибалтийские республики, оккупированные Советским Союзом, вот светло-розовая заливка, та часть Польши, которая была оккупирована Советским Союзом в сентябре 1939 года, потом, соответственно, Буковина, Бессарабия, где еще много веков, Румыния, где были немцы-колонисты, немецкие поселения, было принято решение, что они все должны вернуться назад. Так там движение это называлось. «Наш дом в Рейхе», как это перевести, «Фюрер зовет». Что-то как-то домик, я бы сказал, не очень хороший, куда эта женщина сорвалась с детьми. То есть сначала они занимались вот этим, возвращением немцев колонистов с востока на запад. Потом, когда началась Барбаросса и вторжение в Советский Союз, да, действительно, Гиммлер решил занять это учреждение обратным процессом. Организацией переселения немцев, крестьян, подчеркиваю, немецких крестьян, на восток. Для организации планирования этой огромной работы был привлечен крупный специалист своего дела Конрад Мейер Хетлинг. Этот человек всю свою жизнь занимался вопросами сельского хозяйства, планированием сельского хозяйства, образованием в этой отрасли. В 26-м году защитил диссертацию по растениеводству в Геттингенском университете. С 30-го года в том же университете уже был доцентом, потом профессор Йенского университета, потом профессор Берлинского университета. В Берлинском возглавил Институт сельского хозяйства. А с 1934 года он научный консультант Имперского министерства науки и образования по сельскохозяйственным вопросам и, к тому же, еще редактировал несколько ведущих научных журналов в этой отрасли. То есть, настоящий специалист. Его пригласили в это дело. Вместе с ним были и другие. Был, в частности, интересная очень фигура Вальтер Кристаллер. А Вальтер Кристаллер после окончания Второй мировой войны, известного нам окончания, вступил в компартию ФРГ. Я не оговорился. Компартию ФРГ, да, такая была. Так, билетом в кармане, занимался очень полезным делом восстановления немецких разрушенных городов, строительства новых. Он был автором, как считается, как пишут в интернетах, такого направления науки, как прикладная география. Где что надо разместить, чтобы наиболее эффективным образом использовать природные ресурсы, сокращать транспортные издержки и так далее. А вот такая вот была собрана команда специалистов. Перед ними была поставлена задача спланировать сеть сельскохозяйственных поселений. Еще раз показываю территорию. Из двух она таких состояла. Языков, щупальцев, хотите назовите, юг Украины, Крым и север, то есть южная часть Ленинградской области, Новгородская, так называемая Ингерманландия, и прибалтийские государства. Непростая, нелегкая, я бы сказал, даже с точки зрения современного банковского клерка или менеджера по общим вопросам, просто чудовищно тяжелая жизнь ждала немецких поселенцев и предстояло пахать, в прямом смысле слова пахать. А также напоминаю, ребят, на календаре не 2024, на календаре 40-й год прошлого века. Пахали в лучшем случае на маленьком грохочущем, извергающем дым и поднимающем столбы пыли тракторишке. Непростая судьба ждала немецких переселенцев, но тут надо понимать, откуда что взялось. А все взялось, конечно, от Гиммлера. Гиммлер с молодых своих дней
был очень увлечен идеями почвы, такого народничества. Человек на своем участке земли – вот источник мощи и становой хребет национального характера германской нации. По своему происхождению, крови и характеру я сам крестьянин, писал молоденький Генрих в 1924 году. Он даже норовил создать сельскохозяйственное поселение, что-то вроде кибуца, понимаете ли, в Германии в 24-м году даже собрали деньги, купили что-то участок земли, все дело заглохло. А когда молоденький, тогда уже не очень даже молоденький, он уже был активистом нацистской партии, Генрих женился, то они вместе с женой продали ее приданное, купили кусок земли и 50 кур несушек, дабы организовать там курятник. Я не шучу. Я не шучу, в этом нет ничего сильно удивительного, потому что немецкая социалистическая рабочая партия существенно своей идеологией отличалась от российской социал-демократической рабочей партии, возглавленной Плехановым и Лениным. А для большевиков-ленинцев крестьянство – это был в лучшем случае попутчик. В лучшем случае попутчик пролетариата, а вообще-то мелкая буржуазия, что там уж кривить-то душой. У немецких рабочих социалистов была более эклектичная такая смесь, и вот эти вот народнические идеи, кровь, почва, человек на своей земле, мозолистые руки, которые преломляют хлеб, который вырастил сам, вот это вот там было сильно. Но потом, разумеется, партийная деятельность, а затем руководство СС и, соответственно, разнообразное убийство людей отвлекли Гиммлера от этой мечты детства, но появилась возможность, он, соответственно, поручил это дело реализовывать хотя бы на уровне плана. Так вот, привлеченный к работе по своей специальности сельскохозяйственного специалиста, но в структуре, которая входила в структуру СС, Конрад Мейер-Хетлинг получил звание, эсэсовское звание. На момент, когда его пригласили, ему дали штандартенфюрера, а потом он уже работал над планом, тем самым планом Ост, уже в звании оберфюрера, это почти что даже генерал, оберфюрера СС. Именно на этом и строится половина эмоционального воздействия на советского читателя, когда ему рассказывают про зловещий людоедский план Ост, который разрабатывал оберфюрер СС, то есть такой матерый убийца, что просто кровь падала, капала с пальцев. Вот в 42-м году, в начале 42-го года появился 200-страничный документ. Он так и назывался, «Генеральный план Ост», где все было расписано, видите, сметы огромные, подробнейшим образом расписаны, где чего, какие источники финансирования, на что потратить. А потом, в конце 42-го года, началась работа над следующим документом под названием «Генеральный план переселения» или «Расселения», как перевести. Ни один из этих документов не был утвержден даже Гиммлером. Нет ни малейших следов, чтобы вообще когда-либо докладывали и показывали фюреру и верховному главнокомандующему Гитлеру. Никогда эти подготовительные черновые записки не превратились в какой-либо утвержденный и для кого-то, хоть для кого-то, хотя бы в структуре этого, господи, рейхскомиссариата по консолидации германской нации, обязательный документ. Так они остались в виде черновых набросков, докладной записки, скажем так, крупной. Потом начался 43-й год и стало уже совсем не до колонизации огромных восточных пространств. Вот, собственно, и все, что касается разработки этого плана. Еще раз подчеркиваю, что ни один офицер вермахта, солдат вермахта, генерал вермахта его никогда эти черновые записки не видел, скорее всего, не слышал об их существовании. А что касается ведомства Розенберга, то есть имперского министерства восточных оккупированных территорий, то руководство знало, что Гиммлер полез на их песочницу и очень писала отрицательные отзывы, ибо было крайне недовольно. Но, скорее всего, рядовые или даже не рядовые сотрудники немецкой оккупационной администрации, которые в целом подчинялись ведомству Розенберга, тоже, скорее всего, не знали про его существование. А так оно все дело и дошло. Германия закончила войну капитуляцией. После капитуляции, соответственно, союзники
начали шерстить и собирать не успевших убежать преступников, и в качестве таковых преступников был арестован оберфюрер СС. Ну, а как вы думали? Оберфюрер СС Конрад Мейер. Он в результате провел довольно много времени лагерь для интернирования, скажем, мягче, и 20 октября 1947 года предстал перед американским военным трибуналом в Нюрнберге вместе со своим планом ОСТ. А сразу же, ну, там был целый, не он один, там был целый процесс по делу каких-то там расовых теорий, преступников, которые эти расовые теории продвигали в жизнь. Так, сложное было название. Должен сразу вам сказать, что этот процесс, этот трибунал вовсе не был товарищеским судом. Вот они на скамье подсудимых стоят. Стоят рети там, я его, видите, обвел. Это и есть наш Конрад Мейер. Суд был не детский. Один получил из тех, кого вы сейчас видите на фотографии перед собой пожизненно. Два по 25 лет, а три получили пятнашечку. Потому что все было строго. А вот наш Конрад Мейер был приговорен судом к тюремному заключению 2 года 10 месяцев. Что это за такой странный срок? Это ровно столько, сколько он пробыл. Ровно столько, сколько он пробыл предварительно в заключении. И, соответственно, в зале суда был освобожден, ибо суд, это все-таки был суд, а не сталинская тройка, а суд пришел к выводу, что он невиновен по первым двум пунктам – преступление против человечности, военное преступление. Суд установил, что план никогда не был принят, никогда никем не исполнялся. В самом плане нету никаких преступных намерений. В результате его признали виновным только по третьему пункту обвинения – руководство преступной организации. Но тут не поспоришь. Ну, оберфюрер СС, куда ты денешься? Вот, за это ему выписали 2,10, то есть фактически освободили в зале суда, и следующие 20 лет своей жизни он продолжал заниматься сельским хозяйством. А вот, собственно, и вся правда про зловещий людоедский план ОСТ, как она есть. На этом месте у почтенной публики, конечно, возникает вопрос, что это ерунда. Если все они были такие белые, пушистые, если командиры вермахта давали указания солдатам вермахта, местных жителей не обижать, пленных не обижать, пальцем никого не трогать, даже к женщинам не прикасаться. Простите, откуда тогда 4 миллиона убитых гражданского населения, кто убил? Вопрос правильный, ответ на него тоже достаточно известен. Никаких убийств из озорства не было. Никаких убийств по пьянке, из чувства мести за тяжелую судьбу немецкого народа. Никаких убийств по садистско-сексуальным желаниям. Убивали те, кому положено, тех, кого приказано. Для этого была сделана специальная структура. Но она делилась на множество подразделений. В общем и целом все это было под общим руководством Рейхсфюрера СС Гиммлера, вот эта структура, и занималась убийствами. Те, кому положено, получали приказы и убивали тех, кого было приказано убивать. При этом, заметьте, требовалось сделать это спокойно и организованно. А именно, кавычки открываются, это Гиммлер напутствовал своих командиров перед началом Барбароссы. Командир СС должен быть жестким, но не ожесточенным. Если вы столкнетесь со случаем, когда офицер злоупотребляет своими полномочиями или не может владеть собой, немедленно вмешайтесь. Всякий, кто забывает о здравом смысле и роняет себя перед лицом попавшего к нему в руки врага, показывает тем самым, что не является истинным эсэсовским командиром. Была издана, естественно, и там инструкция. Как же без инструкции? Был приказ, в котором написано было прямым текстом, кавычки открываются, любые несанкционированные индивидуальные акции против евреев со стороны эсэсовцев строго запрещаются. Охранники концлагерей, вот примерно так, как вы, уважаемые, у себя на работе, если работали на заводе, расписывались там как раз полгода в журнале техники безопасности, чтобы прошли инструктаж, так охранники концлагерей каждые 3 месяца расписывались о том, что их проинструктировали о том, что никаких самочинных акций они предпринимать не имеют права. Осенью 1942 года юридический отдел СС, представьте себе, был такой, отправил запрос рейхсфюреру Гиммлеру. А что же надо делать в случае все-таки несанкционированных расстрелов евреев? Уточняю еще раз. Осень 1942 года. А геноцид
ну, на оккупированных территориях Советского Союза Польша уже по большей части завершена. А тут спрашивают, а вот несанкционированно, это можно их убивать или нет? Гиммлер отвечает, цитата, «Если мотив чисто политический, наказывать не следует, разве только ради поддержания дисциплины. Если же мотив личностный, садистский или сексуальный, то предавать суду за убийство или изнасилование». Кстати, об изнасилованиях. Всякий советский человек помнит, помнит наизусть. Молодежь может поинтересоваться в интернетах. Роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Александр Фадеев – это не просто советский писатель. Это руководитель Союза советских писателей, член ЦК ВКПБ. Посмотрите, посмотрите роман Фадеева. Есть ли там хоть один эпизод сексуального насилия со стороны немецких военнослужащих по отношению к местным жителям поселка Краснодон? Однако, вернемся дальше. Если вы думаете, что я рассказываю вам какие-то анекдоты на тему, что был уволен из гестапо за жестокость, то это не анекдот. Из СС не только увольняли за жестокость, там еще за это казнили. Казнили. Вот эта вот известная книга, название у нее такое достаточно, я бы сказал, разухабистое, но на самом деле это очень серьезное исследование. Известный автор, который десятки лет этим делом занимался, десятки, без преувеличения. Я так вот, он там приводит эпизод, фамилии только нет. В июне 43-го года некий унтерштурмфюрер СС был приговорен к смертной казни за зверство по отношению к заключенным концлагерям. В приговоре высшего суда СС от 9 июня было сказано, кавычки открываются, подсудимый поддался искушению совершить действия, недостойные немцы и офицеры СС. А при всей необходимости уничтожения злейших врагов нашей нации, немецкий характер не может позволить себе делать это большевистскими методами. А методы, примененные подсудимым, заимствованы у большевизма. В предыдущей нашей серии я вам с большим трудом читал, а вы, наверное, с большим трудом слушали отрывки журнала «Боевых действий» 3-го батальона 15-го эсэсовского карательного полка. Это каратели из карателей. Это существа, которые ежедневно вели этот журнал «Боевых действий» и записывали, расстреляно женщин столько-то, расстреляно детей столько-то, израсходовано столько-то патронов. Однако и в этом более чем в самом критичном, хотя какая там самокритика, они, похоже, перестали считать, что это плохо, в документе нет никаких сожжений людей живых в сараях. И расстреливают, закапывают. По закапыванию тоже есть там сказано. Так что все эти известные нам, и, к сожалению, абсолютно правдивые истории про сожжение живых людей в деревнях, в сараях, Это делали местные энтузиасты, которые в огромном количестве были привлечены. О чем мы скажем дальше? Значит, не все, если вы думаете, что какого-то там унтерштурмфюрера, это младший лейтенантик, казнили, то это еще это только начало. В 43-м году до некого Конрада Морген, вот он перед вами, военный следователь был такой, ну, в звании оберштурмфюрер, это примерно капитан. И, значит, он напал на некий след, что в Бухенвальде, да, в Бухенвальде, там, где была эта самая Ильза Кох с ее абажурами, не было никаких абажуров человеческой кожи, не было. Этот вопрос дважды рассматривался во время процесса по поводу самого Карла Коха, ее мужа, и потом уже после войны, после разгрома Германии, когда судили саму Эльзу Кох и приговорили ее, единственную женщину в Германии, к пожизненному. Но сейчас я не о том. Дело в том, что когда, значит, стали оттуда появилась какая-то информация о массовом воровстве этих самых золотых коронок, вымогательстве взяток за освобождение и так далее, то Конрад Морген начал это дело копать, понял, что что-то там много он начинает накапывать, и дальше нужна поддержка сверху. Он смог выйти аж на самого рейхсфюрера СС Гиммлера. Гиммлер дал отмашку. Была создана некая структура, особый суд в городе Касселе с правом расследовать преступления эсэсовцев в концлагерях. Да. В результате возбуждено 800 дел, 200 доведены до приговора. Конкретно казнен Карл Кох, комендант Бухенвальда,
Да, смертный приговор за убийство, несанкционированное убийство заключенного. Казнен Герман Флорштедт, комендант концлагеря в Люблине. Начальник охраны в Люблине некто Хакман за несанкционированное убийство. Да, дело происходит в концлагере. Санкционированное – это пожалуйста, а санкционированное – нельзя. Приговорен к смертной казни, отправлен в штрафную роту. Некий Адам Грюневальд, комендант лагеря в Гертогеншбош, осужден к смерти, отправлен в штрафную роту. Алекс Пиарковский, комендант Дахау, того самого Дахау, страшного концлагеря, обвинен в убийстве. Приговор был вынесен, но не приведен в исполнение, потому что тоже в апреле 44-го Гиммлер понял, что что-то сейчас мы вообще всех перестреляем своих, и дал отмашку остановить. Тем не менее, 200 приговоров было вынесено, и многие успели даже получить по ним наказание. Я думаю, на этом месте у почтенной публики уже, конечно, появился вопрос вообще, куда мы попали. Что это здесь за такая реабилитация нацизма, уже совершенно разнузданная происходит, и чего, вообще говоря, этот лысый хочет доказать? Лысый не хочет доказать, он хочет посчитать. Очень я хочу посчитать, и считаю, что эта циферка, эти 2-4 циферки, чрезвычайно важны для понимания истории вот нашей страны, Советского Союза, в которой мы родились, или родились ваши родители, те страны, которые сейчас существуют на обломках Советского Союза, для понимания его прошлого и настоящего, про будущее промолчу, очень важно было бы понять, сколько конкретно в числах, сколько военнослужащих гитлеровской Германии принимали личное участие в убийствах гражданского мирного населения? И сколько бойцов и командиров Красной Армии приняли участие в убийствах из азовства? Весной 1945 года на освобождаемой территории Восточной Европы и Восточной Германии. Две цифры и еще две цифры. Сколько военнослужащих вермахта, ну там вермахта, люфтваффе и всех, были свидетелями убийств гражданского населения? И сколько бойцов и командиров Красной Армии были свидетелями этих самых бесчинств? Под словом «свидетель» я имею в виду слово «свидетель» в четком и ясном смысле русского языка. Свидетель – это тот, кто видел. Видел. Не слышал, не товарищи рассказали, бабка там рассказала на лавочке. Нет, тот, кто это видел своими собственными глазами. Я думаю, это очень важно. И, соответственно, давайте пытаемся кое-что понять. Благо, с одной стороны, работала машина. Машина отлаженная, аккуратно работающая машина уничтожения, оставляющая бесконечное количество бумажных документов после себя. В результате посчитать не так и сложно. Итак, первое по масштабу поставленных задач, их аналогически первое, это 4 Einsatzgruppen. В мае 41 года по приказу Гиммлера Гейдрих создает 4 Einsatzgruppen, которые должны были, ну, накануне вторжения в Советский Союз, одна группа А должна следовать за группой армии «Север», Б – за группой армии «Центр», НЗАЦ группы С и Д, соответственно, за группой армии «Юг», то есть это Украина и Молдавия. Задачей, ну, прежде всего уничтожение обнаруженного там еврейского населения, а также борьба с коммунистами, подпольщиками, партизанами. Ну, с коммунистами сразу должен извиниться. Я повторяю, советский штамп уже просто на автомате. Коммунистов никто не убивал. Коммунистов регистрировали. После того, как они зарегистрировались, они замечательно, спокойно себе жили по месту жительства. Потом приходила Советская Красная Армия Освободительница. Их опять же регистрировали. Тех, кто зарегистрировался, это был приказ. Был приказ следующего НКВД. Могу найти номер. Только и всего. А так вот, значит, для всего этого дела было создано 4 Einsatzgruppen, в составе которых было 3000 человек. 3000. Из них, совокупно по 4 группам, из них 825 существ – это вспомогательный технический персонал, и еще 270 существ – это местные полицаи. Подчеркиваю, включенные в состав Einsatzgruppen
надевшие соответствующую форму, получившие соответствующие удостоверения. Я вовсе не говорю про местных полицаев, которые десятками тысяч и сотнями потом тысяч привлекали к взаимодействию. Нет, все, кто был буквально туда включен состав. Итого получается, что сугубо чисто немецких карателей и убийц на Восточном фронте, от Балтики до Черного моря, а потом уже от Мурманска до Моздока и Новороссийска, у нас набирается 2000 человек. Существ. Эти 2000 имели свои задачи уничтожить, как в конце концов выяснилось, 2,8 миллиона евреев. Как это можно сделать такими силами? Это тысячи лет не хватит. Вот собирался этот рейх существовать тысячи лет не хватит. Однако отлично получилось. Есть множество документов. В частности, есть многостраничный отчет, составленный, но НЗАЦ-группа делилась на НЗАЦ-команды. Так вот, в составе НЗАЦ-группы А была НЗАЦ-команда номер 3 под командой некого Карла Ягера. Они, соответственно, действовали на территории Литвы, Латвии и Белоруссии. Составлен отчет многостраничный, в котором переписано 114 акций уничтожения, совершенных до 25 ноября 1941 года. 41, то есть всего-то за несколько месяцев. За несколько месяцев в ходе 114 акций они уничтожили, убили 138 272 человека, в том числе 136 421 еврей. Для округля 46 тысяч мужчин, 56 тысяч женщин, 34 тысячи детей. А также расстреляли 1064 коммуниста, 653 психологически больных, еще 134 разных. Я понимаю, это не помещается ни в каком человеческом мозгу, но за 4 месяца они убили 138 тысяч человек. А сколько же было? Под командой Карла Ягера в НЗАЦ-команде номер 3 было 141 сотрудник, в том числе 34 водителя, 8 переводчиков, 1 радист, да еще 15 местных. Таким образом, всего-то немцев, немецких убийц в этой НЗАЦ-команде было 83 человека. У вас есть какая-нибудь идея, как 83 человека могли за 4 месяца убить 138 272 человека? Да только если просто стрелять безостановочно, и то еле успеешь. Но ответ совершенно ясен и понятен. А на каждого сотрудника НЗАЦ-группы, НЗАЦ-команды, зондеркоманды приходилось 10, 20, 30 местных полицаев, которые это все дело делали. А если к этому еще делу добавить тех, кто доносил, а тех, кто спешил занять квартирку, вынести оттуда швейную машинку «Зингер», тех, кто потом бегал, лазил сам по чердакам, подвалам, не спрятался ли там кто-то. Может быть, его можно выдать, за это тебе тоже чем-то дадут какую-нибудь швейную машинку. Если все это дело посчитать, то становится понятно. Становится понятно, что эти НЗАЦ-команды и НЗАЦ-группы фактически выполняли только функции центров конденсации. Пылиночка, на которую уже потом все налипает. Вот так вот, с участием огромного количества, в десятки раз проходящего количества местных, так сказать, советских людей, не хочу обсуждать их национальность, 4 НЗАЦ-группы, еще раз повторяю, у меня было всего-то 2000 немцев, а до конца 1941 года, за первые полгода войны всего лишь успели НЗАЦ-группа А – 249 тысяч евреев, группа С и Д вместе взятые – 187 тысяч евреев, а меньше получил существенно меньше в НЗАЦ-группе Б. Альфред Небе ей командовал всего-то 45 тысяч, но там вообще все очень странно и непонятно. Дело в том, что Альфреда Небе повесили. Совершенно правильно сделали, что его повесили. Очень даже правильно, только повесили его за участие в заговоре против Гитлера. Как хотите это понимать, об этом написано много книг, как это понимать, но вот такая вот штука. Был признан виновным в соучастии в заговоре против Гитлера, тот самый покушение на Гитлера летом 1944 года, за что и был повешен на рояльной струне. Однако продолжаем пересчет по головам карателей и убийц. Уже в конце 1941 года СС, Гиммлер, Гейдрих все поняли, что не справляются.
Но не справляются. Мы слишком большой объем работы. И даже с участием местных помощников, но не справляются эти 4 НЗАЦ-группы с таким огромным объемом. А кроме того, еще и начинается партизанское движение. Эту сложную задачу решали по двум направлениям. Одно – это создание стационарных фабрик по убийству. Те самые лагеря смерти. Ну, считается, что 6, ну, там есть, кто-то считает 6, кто-то туда добавляет или убавляет какой-то, ну, неважно. Вот в этих вот фабриках смерти первое было Хельмно. Схема перед вами – это Западная Польша. В декабре 1941 года там заработала первая газовая камера, и работали они так до августа 1944. Соответственно, убили там, по разным оценкам, до 350 тысяч евреев. Там сначала использовался выхлопные газы, вышеупомянутые, еще раз мы вспоминаем этого удивительного повешенного в кавычках антифашиста, садиста, эсэсовского убийцу Альфреда Небе. Это он именно предложил, ибо у него был личный эпизод. Совершенно понятный. Пьяный, приехал, заехал в гараж, забыл выключить двигатель, чуть не задохнулся. Вот с его инициативы это дело и началось. Потом, соответственно, были в 1942 году созданы Треблинка, Белжец, Собибор, дальше Майданник и уже огромная фабрика убийства Освенцим, где уже травили не какими-то там примитивными выхлопными газами из дизеля, а уже использовался химикат, этот самый специанид водорода, циклон Б. Так вот, сколько же там народу-то работало? Существ. Изуверов-то сколько там было? В Треблинке весь персонал 120 человек, из которых в разное время от 20 до 30 эсэсовцев, остальные добровольцы, не немецкие добровольцы. Такими силами они убили порядка 750 тысяч человек за несколько лет. Белжец, персонал 104 человека, из них только 20 сотрудники СС. Собибор, тот самый, восстание там действительно было. Возможно, кто-то видел кино. Вот там было 30 эсэсовцев и от 90 до 120 украинцев. Убили они там 250 тысяч. Я не виноват, но так получается. Энциклопедия Британика совершенно настойчиво в статьях, посвященных этим лагерям смерти, все время говорит о том, что привлеченный персонал был из украинцев, военнопленных, которые добровольно туда, значит, записались. Если кто думает, что Британика это все дело написала путинская пропаганда, он ошибается. Британика – это старейшая энциклопедия в мире, но вторая после французской, после Дени Дидро. Первый том вышел в 1768 году, а последний в 1985. В 1985 Путин командовал клубом в Дрездене. Едва ли он мог вмешаться в деятельность гигантской англо-британо-американской энциклопедии. Вот. Так что если мы все... Ну, конечно, гораздо больше людей... Что всеми людьми называют? Вот этих изуверов работало в Майданике и Освенциме. Но в любом случае, как ни суммируй, как ни складывай, как ни пытайся превратить эти 20, 30, 40, 50, 60 в одну или максимум 2000, больше не получится. Но это фабрики смерти. Там убивали совершенно безоружных людей, безоружных, подавленно деморализованных. А вообще-то на оккупированной территории Советского Союза уже начинает разворачиваться к 1943 году полноценная широкомасштабная партизанская война. Ну, шаг за шагом, там было много промежуточных этапов. В конце концов, была создана целая структура «Банденкэмпфербенде». Ну, антипартизанские такие формирования, может, я неправильно произношу. Большая такая структура, из большого количества у них ходил полков, батальонов, объединяли бригады всем этим делом. С 1943 года с июля командовал один из самых чудовищных гитлеровских преступников фон Бах Зелевский. Ну, он, Зелевский, был по рождению, он из кашубов, такой славянский народ, родственный полякам. А потом, когда стал эсэсовцем, то, значит, захотел поменять фамилию, стал фон Бахом. Так вот, под его командованием служило 14 953 немца, эсэсовца,
и 238 105 полицаев из местных. Даже не мучаясь считать в уме, я вам скажу, 1 к 16. На одного эсэсовца в этом вот большой антипартизанской, ну, то есть карательной армии Барзелевском, на одного немца приходило 16 местных. А в частности, вот в этой всей структуре Банденкемфербенде, в частности, там было 201-й Шуцманшафт батальон, батальон охраны полиции 201-й, сформированный на Украине, где заместителем командиром был Роман Шухевич. Роман Шухевич. Вот украинские историки рассказывают о достижениях этого батальона. Вот текст на украинском перед вами перевожу с листа. Значит, уничтожили более 2000 советских партизан, более 2000 советских партизан в боях подразделения потеряло 49 бойцов убитыми и 40 ранеными. Поделив одно на другое, мы видим, что на одного убитого бойца 201-го полицейского украинского батальона приходился 41 советский партизан. Дальше вы можете самостоятельно решить вопрос о том, кто из этих так называемых партизан был вооружен. Для меня ответ очевиден. Занимались они ровно тем же самым, чем занимался 3-й батальон 15-го полка эсэсовского, о чем мы и читали в прошлой передаче. Они ходили и карали, и убивали безоружных людей за сотрудничество с партизанами. Источник, вот он перед вами, организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Академия наук Украины, Институт истории, под редакцией Кульчицкого, 2005 год, 495 страниц всего. Что же касается Хатыни, то не было, отродясь, не было там Шухевича, не было там 201-го батальона, это гнусная путинская пропаганда и клевета, не было там 201-го батальона. Там был 118-й украинский батальон. Хатынь была сожжена, вероятно, подразделением в масштабе роты из 118-го украинского полицейского батальона и подразделение Дирлевангер. Зловещая, действительно зловещая, чудовищная структура с чудовищным командиром. Вот он перед вами, Оскар Дирлевангер, дважды судим за изнасилование совершеннолетних. Значит, ему сказали собирать таких же и вперед воевать. А вот под его руководством была создана структура. Она сначала была батальоном, потом спецполк СС, потом аж бригада СС Дирлевангер. И это Дирлевангер, и он везде в любой литературе по этой теме упомянут. И как-то я думал, бригада, но это тысячи людей. Нет, оказывается, я был глубоко неправ. Значит, на момент формирования в сентябре 40-го под командой Дирлевангера было всего-то 300 человек. А когда их отправили в 42-м году на Восточный фронт, конкретно в Белоруссию, их доукомплектовали, и на момент, когда была сожжена Хатынь, на весну 43-го года, численность этого подразделения, это был уже спецполк СС Дирлевангер, было 700 человек, из которых половина, из этих 700, половина были местные. Так что, если бы фильм «Иди и смотри» был снят с исторической достоверностью, то вместо немецкой речи, вот в момент сожжения деревни, сожжения людей, мы должны были слышать русский мат, украинский говор, ну и периодически все-таки должны были появляться звуки немецкой речи, потому что Дирлевангер, наполовину составленный из немцев, наполовину из местных, тоже там присутствовал. Ну вот как-то вот оно все вот так, осталось только взять и карандашиком все это в столбик посчитать. Значит, что у нас получается? 2000 немецкого персонала в 4 анзац-командах, 15 тысяч немцев, эсэсовцев контрпартизанской армии Барзелевский, 1-2, может быть, там 3 тысячи немецкого персонала в лагерях смерти. Еще я что-то не учел, еще я что-то забыл, еще где-то что-то были, еще где-то кого-то привлекли. Но я думаю, что если сильно тянуть, то можно натянуть 30 тысяч вооруженных немцев. Главное, практически полностью, это военнослужащие СС, черных СС, не Ваффен-СС, черных СС, которые принимали участие в зверских убийствах беззащитного мирного населения. Порядка 30 тысяч. Не настаиваю на точности, она нам и не нужна, потому что мы сейчас эту цифру будем делить на 80 миллионов. Ну, 80 миллионов было население Германии на момент начала Второй мировой войны, уже с присоединенной Австрией и присоединенными Судетами.
Ну, если поделить одно на другое, у нас получается 0,04%. Я думаю, не так уж важно сейчас вот мучительно до хрипоты спорить 0,04 или, может, все-таки 0,05 или 0,035. Но это если делить на всех. Если все-таки учесть, что половина – это не мужчины, 40 миллионов мужчин, еще раз поделим пополам, оставим только мужчин, ну, здорового, молодого, крепкого, боеспособного, трудоспособного возраста, получится у нас 20 миллионов. Вот знаете, тогда, если поделить на 20 миллионов, то у нас получится аж 0,15%. 0,15% взрослого мужского населения Германии принимали участие в этих чудовищных преступлениях, военных преступлениях, преступлениях против человечности. Соответственно, когда мы с вами читаем и слушаем то, о чем мы говорили в предыдущей серии по поводу бесчинств Красной Армии, убийств и озорства на территории Германии, то надо понимать, что когда бойцы и командиры прибили немецкую женщину к полу гвоздями, насиловали всей толпой, потом воткнули бутылку и оставили умирать, то вероятность того, что ее муж, если у нее был муж, принимал участие в ужасных преступлениях, за которые там хотели отомстить советские бойцы, вероятность этого, ну, где-то там 0,15%. 0,15%. Также хочу отметить, что если женщина была моложе 30 лет, то голосовать за Гитлера она точно не голосовала. Ну, по той простой причине, что последние выборы, на которые вообще хоть что-то решалось, что-то зависело от избирателя, в Германии произошло в 1933 году. Так что если ей моложе, если она была моложе 30, то даже это тяжкое в кавычках преступление, голосование за Гитлера, не за Гитлера персонально, между прочим, а за национал-социалистическую рабочую партию, программу которой, я думаю, бы с визгом восторга поддержал в 90-е годы. 90-е годы – это век, любой постсоветский человек. Там все против буржуев, за народ, за рабочих. Вот. Просто замечательная программа. Там не было ни слова ни про войну, ни про Холокост. Но даже такого преступления не могла совершить женщина, если было меньше 30 лет. Что же касается тех, кто мог быть свидетелем, ну, скажите мне, каким образом 3-миллионный вермахт, 3 миллиона, которые воевали на фронте, каким образом они могли увидеть сожженную деревню Хатынь, которая была там где-то за 1000 километров от фронта. И уж тем более, каким образом они могли увидеть эти крохотные, ну, по размерам, по территории, по количеству персонала, крохотные фабрики смерти. Да, масштаб убийств был чудовищно велик, а все остальное было крохотно. Каким образом немецкий солдат мог увидеть этот Собибор, этот Треблинку, Белжиц и так далее. Что же касается бесчинств Красной Армии, именно потому, что это бесчинство, скорее всего, санкционированные командованием, но это бесчинство. Не было приказов, не было отчетов, там никакого отчета егеря не существует, но просто учитывая масштаб, о масштабе мы говорили, это уж, конечно, не 30 тысяч, это уж, конечно, не 30 тысяч, это сотни тысяч бойцов и командиров, принимавших в этом участие. Что касается свидетелей, тех, кто видел своими глазами, то это просто все. Это просто все. Невозможно было находиться на территории Восточной Пруссии, Польши, Померании. И этого не увидеть. Это невозможно было не увидеть, или, по крайней мере, не увидеть следы. Чудовищные следы этих чудовищных бесчинств. И что же в результате? Что же в результате? За преступления, совершенные 0,15 взрослого мужского населения Германии, вся Германия, весь немецкий народ ответил и расплатился. У них отрезали огромные куски территории страны. На них наложили чудовищные контрибуции. Нет, я же не говорю про то, что произошло во время войны. Я же не говорю про эти уничтоженные немецкие города. Не говорю про эти 600 тысяч убитого под бомбами гражданского населения. И о том, что было после войны. На них наложили огромные контрибуции. Потом создалась новая Германия. Оккупационные войска, английские, американские, французские, ушли. И, в общем-то, никто их сильно не заставлял. Однако немецкий народ дружно, единодушно решил, что это наша вина, это наше преступление. За эти чудовищные преступления, которые совершало 0,15% взрослого мужского населения, мы будем платить, мы должны платить, мы будем платить деньгами. Мы будем платить национальным унижением, мы будем делать памятники, мы будем учить детей в школе, и мы будем всех с детского сада учить никогда больше
с территории Германии не будет выходить война. Мы никогда больше ничего подобного, близко подобного не будет. А то, что произошло, это наша вина, и мы за нее будем платить. Добрые люди, узнав об этом, прибежали и начали со всех сил пинать этого дохлого фюрера, эту дохлую собаку. Гитлер проклят своим народом. Там уже детей, мальчиков не называют Адольфами. Все добрые люди, особенно те, кому за это платят гранты, прибегают и пинают. И в очередной раз надо рассказать про преступление гитлеровской Германии. В очередной раз надо снять 10 фильмов и снять еще чего-то, еще что-то рассказать и провести какую-то очередную выставку про преступление вермахта и так далее. И никак не могут успокоиться добрые люди. Вот так им нравится пинать дохлую собаку. А в это время на другой стороне Европы абсолютно живой, просто абсолютно живой товарищ Сталин. Он по сей день живее всех живых. Его памятник ему, бюст, стоит на Красной площади. Его памятники уже сейчас появляются по всей стране. Бесконечное количество его фотографий возили на лобовом стекле КамАЗа. Ну, это уж персонально Сталин. Я же не говорю про персонально Сталина, а про то, как дело его живет. Дело его живет и процветает. Залили кровью Будапешт в 56-м. Растоптали, раскатали гусеницами Пражскую весну в 68-м. А вторжение в Афганистан, где убили уж самый малый миллион гражданского населения. Чудовищная по жестокости война в Чечне. Агрессия против Грузии. Сейчас на наших глазах агрессия против Украины. И этот дикий рев со всех уголков этой необъятной страны, нам не за что каяться, мы можем повторить. Добрые люди со всего мира оборачиваются старательно спиной и зажмуриваются, еще глазоньки закрывают, чтобы этого не видеть. А вплоть до последнего, вот до сегодня, вплоть до начала полномасштабного вторжения в Украину, так еще приезжали, еще 9 мая всякий раз приезжали на поклон в Москву к очередному правителю этой империи зла и этой империи лжи. А уже если приезжали немецкие канцлеры, то они каялись. И в очередной раз они рассказывали очередному политическому наследнику преступления сталинизма и большевизма, как им стыдно перед ним. Вот поэтому я и хочу сказать, что хватит уже пинать дохлого фюрера. Пора, наконец-то, добрым людям обратить внимание на пышущего здоровьем совершенно молодого, в политическом смысле молодого фюрера и его страну, которая очень хочет повторить.